сладкое только что мои говорят. Что говорят? Да, мертвые, убитые есть. Дети, что ли? Или... Наталья Георгиевна, слушайте, мы открыли мероприятие WorldSkills. Сейчас, подождите. На 11 поехала в БТИ подписывать договор с детьми, ну, по практике. Ну, наверное, я бы сейчас была трупом. Потому что Наську, мою кролика, убили насмерть. Ее мать убили насмерть. Трупов полно, детей трупов полно. Настоящий тиран. Ворвались. И ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали весь, все повылетали, все стекла. Взорвали холл. Бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали. Ну, я не знаю, с чем. По второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти. Кто попадался, но это был... В общем, здесь все. Наши настоящие теракты, когда положено, как в Беслане. Ну все, я бы сейчас была трупом, понятно, потому что всех моих людей поперестреляли насмерть. И дети погибли, и сотрудники погибли. Я не знаю.